В актовом зале Брянского медицинского базового колледжа собралось больше сотни медицинских сестер. Поводом стала обучающая конференция, вернее, очень актуальная на сегодняшний день тема – этические вопросы профессиональной деятельности средних медицинских работников. С 1998 года такая дисциплина, как основа медицинской этики и деонтологии, которая являлась обязательным отдельным предметом для студентов первого курса, когда они только начинают знакомиться со своей новой профессией, на сегодняшний день не является отдельной дисциплиной. И мы совместными усилиями, Департамент здравоохранения, ассоциация, преподаватели колледжей медицинских, решили в корне изменить эту ситуацию. Конференцию составили как чисто теоретические доклады и отчеты о проведенных среди медсестер статистических исследований, так и вполне практические рекомендации. С мастер-классами выступили опытные сестры милосердия. К импровизациям на тему применения этических норм присоединились студентки медицинских колледжей Брянска. Брянский базовый медицинский колледж никогда не оставляет без внимания вопросы этики, деонтологии и делового этикета. 10% выпускных квалификационных работ ежегодно посвящены проблемам этики, этикета. И непосредственно выпускники колледжа, а также медсестры практического здравоохранения, которые обучаются у нас на повышенном уровне, с большой заинтересованностью относятся к данной теме и находят поддержку в практическом здравоохранении. Логическим завершением семинара стало единогласное решение медсестер создать комитеты по деловой этике в каждом лечебном учреждении региона. Кроме того, участницы получили специальные сертификаты. Одно только наличие такого документа говорит о том, что медсестра, им владеющая, не только профессионал с большой буквы, но и отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь человек. Светлана Дробкова, Дмитрий Комаров. События, Брянск.